20 ноября под руководством первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова состоялось аппаратное совещание актива города. Информацию об итогах проведения межконтинентального кубка по вольной борьбе рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Али Газимагомедов. С 15 по 19 у нас проходил международный турнир, межконтинентальный кубок памяти прославленных борцов 19-20 столетия, и он является одним из самых сильных турниров в России. Вот третий турнир, он по значимости в Российской Федерации, он проходил у нас. Турнир прошел на очень высоком и хорошем уровне. Выступали одни из самых сильнейших борцов вообще России и мира. Хочется вот по этому турниру сказать, значит, вот четверо хасавюртовцев выступили и заняли первые места. Далее были заслушаны отчеты текущих работ коммунального блока, финансового управления, социальных учреждений и других ведомств. Паспорт готовности город Хасавюрт, как всегда, первым получил. Отопительный сезон буквально мы неделю уже с лишним отоплением в городе. Да, по многоквартирным домам части детских садов, школ, три школы, три садика. Они, значит, с началом сезона работают нормально. И многоквартирный дом. Как всегда, этот начало отопительного сезона, он неделю, так где-то, значит, пусковой, с начала пускового периода. Наладочные работы идут, там где вот завоздушивание, где это. А в целом, значит, система отопительная работает. В своем выступлении директор комплексного центра социального обслуживания населения Зульфия Меджидова обратилась с просьбой к руководителям коммунальных и медицинских учреждений оказать содействие социальным работникам, которым по долгу службы приходится обращаться в разные инстанции для решения вопросов подопечных центра. По завершению выступлений присутствующим были даны соответствующие поручения. Сарима Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».